И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Ребята, мы скачали офигенную карту, разрушенную FNAF 2. Если петь, кушайте, приятного аппетита. А сегодня ваша любимая рубрика, и моя тоже, аниматроники пугают нас в разрушенной пиццерии. Поехали. Смотри, здесь потолок проломанный. Вообще можно вылезти, давай это... Ну я думаю, что не получится. Кстати, так как здесь у нас нету камер, ничего нет, мы будем маски использовать. Тысячи лет мы их не использовали. Пойдем поизучаем эту карту. Мне очень интересна она. Давай. О, тихо! Фокси, идем через вентиляцию. Идем. За мной. Фокси же можно фонариком слепить, насколько я знаю. Ну да. Тихо. Он тут? Да. Нет. Я слышу его. Вот он! Он прошел мимо. Блин, ребята, он нас ищет. Кстати, аниматроники тоже здесь разломанные. Вся такая пиццерия, вся такая разрушенная, гнилая. И аниматроники соответствуют ей же. А что они не... О, коляска для аниматроников. Там что, плюштрап спит? Да. Прикольно. Пошел какать. Да? Ого, дырка, можем на улицу выйти. Да, Димитис, да, тут, короче, для тебя. Идем сначала поизучаем все, а потом пойдем на улицу. Кстати, у меня там машина стоит, мы на машине потом уедем отсюда, если сможем. Это она? О, это плюштрап и велосипед. Блин, классно сделал. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в наш дискорд. Пообщаемся, порем, давайте добьем до 50 тысяч. Слепи в лицо свети! Маску! Блин, как же это стрёмно. Он смотрит. Это я, Фредди, уходи. Ой! А! Блин, надо было маску не снимать! Ну ё-моё! Все, идем, его здесь, наверное, нету. Вроде бы, да, все четко. Кстати, аниматроник тоже разломанный. Тихо. Ого, его зубище. Че, он дурак там вообще? Не знаю. Ну, зайди, я там, да. Ого, тут дерево прям через потолок проросло. Ребята, очень страшная пиццерия. Я бы не хотел бы здесь в реальной жизни оказаться. Ого, все попадало. Особенно ночью, да, еще? Тогда. Кстати, это очень редко, что мы играем на этой карте в пиццерии, и на улице там день. Вон он стоит. Вижу. Мы тут нигде не пройдем. О! Тут нету. Тут какие-то кнопки. Можно щиток включить? А, не, провода порваны все. Аниматроники все разрушили. Тихо! Маску одевай. Вот здесь? Вон он стоит за углом. Он заходит. Вижу все. А? Я маску не снимаю. Осторожно. Фу, блин, он за нами ходит. Дверь нельзя открыть. А? Все нормально. Блин, я сейчас задохнусь. В этой маске нельзя долго сидеть. Блин. Я в кустах. Ребята, где он? Вы его слышите? Я его не видел. Я потому что ушел от него. Так, я фонариком свечу. Вот я его вижу, тень. Я в кустах, все нормально, он меня не видит. О, он даже музыку стрёмно играет. Он такой поломан, у него прям мох порос. Все разрушено. Все, он убежал. Так, давайте еще посмотрим, что здесь вообще еще есть. Может, как-то можно на улицу выбраться? Так, ну, там, да, там выйти. Можно. Только там, где дырка, вот мы были. Я хочу еще улицу изучить. Пойдем, может? Может, там тут поставить всякие ловушки? О, шар летающий! Где? Вот шар летает. Я боюсь просто сейчас с комнаты выйти. Не бойся. Ладно, маску одену. Вот что? Все. Я к тебе иду. Да, я здесь в главном зале, иди сюда. Вот. Смотри, тут просто шар летит. Посмотрим, куда он нас ведет. Так. Это этот Пеннивайз, нет? Пародия. Это Балунбой. Он вылетел. Он улетел. Просто вылетел. Так, ладно, идем на улицу, посмотрим, что там на улице. Погнали. Так. Тут вроде уже. А мы можем вообще выйти? О, шар тут. Вон здесь. Смотри, тут столбы даже фонарные валяются на полу. А что тут произошло? Такое ощущение, что здесь взрыв какой-то был. Это здесь гонщики гоняли вот столбы. Это точно. Вот это тут лес дремучий. Все вокруг поросло. У Гота машина деревом приваленная. Так, а здесь что в мусорке? А он там идет далеко. Где? Если что, я маску возьму, одену. А там Балунбой кошмарный. А, Балунбой. Кошмарит, а не кошмарный. Да я так случайно забыл название его. Так, здесь тоже у нас ничего не работает. Может, все-таки какие-то кнопки здесь работают? Мы сможем понажимать? И Тучка, а ты идешь, да? Да, я тут. Что это? О, Гози. Балунбой вот стоит!
Опа, он сквозь землю пров... Что это за балунбой такой стрёмный? О, здесь что было? Это была, наверное, реклама, которую уже оборвали. АТП? О! Да я шучу, конечно. А мы можем здесь... А, это нельзя поломать. Так, есть у нас специальное оружие, которое может их ловить. Вам покажу. Ой, его. он за тобой. Я не шевелюсь, он меня не должен увидеть. Есть! Блин, да! Блин, да! Ё-моё, дёрнулся! Ты же зачем так пугать? Я же маску одену, так, вроде он... Вот-вот-вот, всё, я его поймал! Всё. Блин, он всё равно сквозь землю провалился. Ай! Да ё-моё, я так же, я, блин, буду сниться, это вся гадость. А, все отлично. Да не будет. Оно еще так громко просто. Ты тоже взял пригвождатель? Да, на всякий случай. Да, все правильно. Накидывай, накидывай! Мы должны, ребята, сегодня аниматроника одного поймать, засунуть в машину и увезти его отсюда на обследование. На изучение аниматроников в лабораторию секретную. Нам сказали, что они тут есть, но я не знаю, мы сможем поймать или нет, как ты думаешь? Я думаю, сможем. Мы его пригвоздим, потом возьмем физганом и в машину засунем. О, тут касса, мы же в кассе бабки есть. Давай, сейчас заберем и уезжаем. Ну... А не, нам аниматроника точно надо поймать. Тут кнопки все поломанные. Тихо! А это ты, блин, я испугался. Я пригвоздил его, походу. Отлично, отлично! Если есть! Я вижу, можно. Я вижу. Это Поппи, да? Или пиздриха это? Не-не-не-не. Да не она? Ай-яй-яй, я в комнате, все, он меня не сможет поймать так. А, китучка, ты должен мне помочь. Ай, блин! Так кто кого ловит, она нас или мы ее? Ай, блин, это жесть. Хорошо, не получается. Ребята, видите, как я не агрессивная? Не хотят, чтобы мы аниматроников забирали с собой. Ну, нам хотя бы одного, хоть какого-то. Но ты там ходишь? Стоит. Вот она! Есть! Насыпал! Она пригвождённая, я его еще там это... Вот, я вижу! Блин, чтобы она нас опять не убила. А хп этот на неё тратится. О, отлично, отлично! Но нам нужен живой аниматроник. Оставим ему 1500 хп и все. Ну хватит. Так, нет, тут еще сколько? 2000. Короче, оставляем немножко хп и в машину тащим. А, сейчас будет мочиться, убегай! Убегай, убегай, убегай! Я убежал. Так я буду высовываться и мочить. Опа, не получилось, а? А если резко бежать, она не может. Смотри. А-а-а! Ты меня пригвоздил, что ли? Ого, тут шкатулка гвоздивая. Это подарок. Нормально. О, кстати, смотри, как жизни тратятся. Ага. Надо что-то помощнее. Так, надо что. Давай сейчас огнестрельное возьму, буду наказывать. Во! Отлично, отлично, отлично! Наваливаем. Я, пожалуйста. Ай, надо еще что-то мощнее. Короче, остается 100 хп, мы ее в машину тащим. 4000. А! Ездит! Куда она едет? Пригвоздивай, пригвозди. Все. Она с гвоздями ездит, что? Не-не-не, все. А все? 4000 хп. Открывайся. А! Я вижу! Надо бежать! Вот, я же говорю, я видел! Я ви... Блин, на! Ну нафиг! Беги! Беги просто! Я видел там гвозди. Так, надо шкериться. Надо тихонечко зашкериться. Да блин! А! Меня скример кинула на морду, но я еще пригвоздил ее. Есть, она в воздухе висит! Так, надо отходить. Там, где наш главный зал, там, где мы должны у нас быть камеры и кнопки. Ой, она меня кидала, мне этих скримеров. Я не могу ничего сделать, как ее убрать? Ну, слушай, ты там вообще дышишь жестко. Да сильно, сильно дышу. А, исчезла. Да как нам поймать? А вот ты. Так, оно здесь? Такой, короче, ой, смотри, вот. Голова. Чё за голова Фокси? Сколько жизни? Странно. 8000. Так, ты пока пригвождай, а я буду, знаешь, что делать? Только Сразу. отойди. Смотри. Хорош. Сколько жизни выносится?
Где-то, наверное, по 200 или по 100. А ну сейчас, а ну отойди, назад, назад еще, отходи, отходи. Блин, мало выносит, надо что-то поярче брать. О, нет, это уже не то. Во! Огнемет, давай. А жизни не тратится. А ну еще раз. Этот... А ну сейчас подожди, вот так попшикаю говном этим. А ничего нету. Она не тратится жизнь. Ого, аж пшикнула. Вот теперь горит, я вот я вижу. Во-во-во. Тебя там жизни снимается. Хорош, о, 5000. По 200. Пойдет, пойдет. Ого. Это я правда, блин, случайно подорвал там чуть-чуть. Ну и все, теперь пиццерия заново горит. Куда же горит, если она так разрушена? Блин, пригвождай. Я отойду, пригвождай. Анима уже, да, никого? Ай, ай. А, вот есть, фу, вот, вот оно, вот оно. Так. Так, блин, оружие не то, надо что-то... Во! Слышь ты! Ножичек. Слышь ты, буду тебя резать. Оно мало, где-то... А мало, да, отнимает? 10 хп, по-моему. О! Лазер. А там сделай мощнее. Я могу орать. Во, смотри, 2000. Давай. Вот, 2500. Физган доставай, доставай физган. Давай я возьму физган. Ты пригвождай дальше. О, во, отлично. Пригвождай, пригвождай. Во, отлично, садись. Мне кажется, там оно вылезло, нет? Да не, вроде бы нормально. Чё так оно плохо едет? А чё так плохо едет? Ну что, тяжелый что ли? Так надо фары включить. Ты включу. Не можешь? Да плохо. Да что ж так? Во-во-во, вырвался, вырвался. О, блин, он выпал с машины. Я же говорю, что он выпал. Он превратился. Я вижу, я вижу. Едем. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, отлично. А ё-моё, калитки, двери, ой, деревья. О, сзади, 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 сзади. Давай попробую его сбить. Слышь ты? Давай, давай, давай. Я застрял. Да блин, кто такую машину конченую Запорожец купил? А, это ж моя. Это ж моя машина. Я не могу выехать, он нас запорол. Нет, ай. А это просто скример, мы живые, ребята. Это так не работает. Опасно. Отлично. Давай. А ну, все, 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 валим. Да не могу его врезаться, он как рахит едет, ой, ходит. Так. Он тэпается еще. Я вижу. Его прилобался уже. О, сейчас будем врезаться. Бам! Нет, нифига. Так это ж фантом, мне кажется, мы его так и не собьем. Ты что, на стоп на потом? Короче, я беру оружие, я его мочу. О, есть! Отойди только от него. На! О, хорош. Это было сильно? Это было жестко. Он сзади его не убил! Есть, убил. Ну что, щенок? Ты свой задик уничтожил, как мы теперь уедем? Так, короче, я иду пиццерию эту взрывать. Ребята, давай. Значит, мы в следующий раз сюда возьмем машину большую и другое оружие. И сможем по-любому аниматроника поймать. Да. Ого! Ого! А! Да ё-моё, ну смотри, что делает! Ты готов? Нам придется пожертвовать собой. Хорошо, что вы перед взрывом уже сдохли все. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой, всем пока, всем.